Я военнослужащий Российской Федерации. Утков Данил Сергеевич. 20.09.2002 года рождения. Служу в 7-м отдельном материковом полку военной части 06-414 города Калининград по должности гранатометчик. 16 февраля я подписал контракт. 26 числа нас отправляют в командировку. 2 марта мы заходим на территорию Украины, русских тишек, Харьковской области. Через пару недель нас перекидывают в Чугуевский район Харьковской области на станцию Граково. За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя, в том числе и командир дивизии полковник Скворцов, что и показало 7 сентября при мощном контрнаступлении вооруженных сил Украины, что командование сбежало. Мы же, не растерявшись, собрали колонну и выдвинули в сторону Шевченкова. Но нас перехватили и колонну сожгли. Я сдался в плен. Кто не сдался в плен, они погибли. Из-за этого я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. Здесь о вас позаботятся и накормят. А также матерям и отцам своих сыновей не допускать их контракту, чтобы они не шли на свои жертвы. Этого не стоит. Это не наша война.